Про толерантность. Хороша она или плоха? Так сказала, как будто это не про толерантность, а про какую-нибудь балетную или оперную диву. Да. Хороша она, или я уже вижу это в перьях, значит, буа, это толерантность. Ну хорошо, в таком любое явление, хорошо или плохо, только когда оно в уместном, так сказать, положении вместе. Да, ну там, хорош хирургический скальпель или нет, когда ты на нем просто случайно сел или когда делают важнейшую операцию. Да, хороша ли, так сказать, я не знаю, что там, да, опера среди папуасов или опера в Гранд-Опера. Ну, как папуасы отнесутся к пению «Калос в Травиате»? Я не уверен, что они поймут, и что им очень понравится, что они ее не съедят на завтрак. Да, вот то же самое с толерантностью. Толерантность – это прекрасное изобретение цивилизованной части человечества. Да? Но никто в эту ролевую игру из варваров играть не будет. Они это доказали за последние лет 30. Их уже пустили в Европу, варваров. И эксперимент уже поставлен. То есть я мог и изначально сказать, что это будет так плохо, да, они не воспримут эту игру. Но теперь у нас есть эксперимент. Они уже взрывают. Они уже не меняют своей одежды, привычек, агрессии. Они живут обособленно. Они будут в это играть. Да? Они будут забивать всех камнями. Они будут устраивать теракты. И никогда уж толерантность не примут. Но толерантность обязательно нужна в рамках нашего цивилизованного общества, потому что она помогает человеку правильно, так сказать, соотноситься с ближним.